Марина Федункив – российская актриса, известная по роли «Мамы Коляна» в юмористическом сериале «Реальные пацаны» и участие в шоу «Comedy Woman». Знают ее поклонники как диджей Федун и как блогера-миллионника. Популярность пришла к актрисе не сразу, только в 36 лет. С тех пор остроумная, энергичная, яркая артистка остается самой любимой представительницей комедийного жанра, хотя, по словам самой Марины, она не оставляет мечту сыграть драматическую роль. Что касается личной жизни, то в первый раз актриса вышла замуж еще в студенческие годы. Избранником стал ее однокурсник из ГИКа Сергей Щелчков. Брак просуществовал 12 лет. Марина Федункив говорит, что семейное счастье разрушила зависть. Молодой муж так и не смог смириться с тем, что его супруга играет в КВН. Второй избранник Марины, предприниматель Михаил, относился к карьере звездной жены с пониманием и уважением. Он обладал прекрасным чувством юмора и часто давал дельные советы актрисе. Познакомились супруги благодаря счастливому случаю. Марина Федункив опаздывала на празднование собственного дня рождения. Пытаясь поймать такси, поймала второго мужа, который вызвался ее подвести. Мужчина сразил звезду бесхитростным характером, прямолинейностью и тонким юмором. Отношения продлились 13 лет. Пара так и не обзавелась детьми. Марина Федункив дарит свою любовь, заботу и внимание мужу и домашним животным. У артистки их двое – кошка Тася и собака Напёрсток. В 2017 году актриса сделала официальное сообщение о том, что ее второй брак тоже распался. По словам женщины, любовь между супругами давно прошла, и отсутствие детей в семье не обязывало продолжать отношения. Пара рассталась на дружеской ноте. Марина и Михаил периодически созваниваются, поздравляют друг друга с праздниками. По словам актрисы, развод она восприняла радостно. Федункив не видит в расставании с мужем крах личной жизни. Сейчас она с оптимизмом смотрит в будущее.